Всем привет! А с вами после долгого перерыва студент ОО Prime Time, снова работает Дэн Фризер и Протасов. И мы снова с вами после полугода инактива. К сожалению, за полгода скопилось слишком много информации, слишком много новостей и анонсов. Поэтому мы не сможем поведать вам все, что скопилось за это время. Мы можем предоставить вам только самые свежие или самые интересные новости. А начнем, пожалуй, с третьего ледерного сезона. А в данный момент вовсю идут отборочные на третий раунд квалификации на ледерный сезон 3. Кто не знает, ледерный сезон 3 – это самый главный турнир в этом году по дисциплинам Кензрэф и Реллер 3. А мы не без гордости сообщаем вам, что в конце второго квалификационного раунда в сетку турнира пробивается игрок НТО Бонус.ру. Причем он не только становится шестым в зачете 1 на 1, но и занимает первое место, разделив его со своим напарником Демоном в 2 на 2 ледере. Что ж, а другим игрокам я могу пожелать удачи в последнем квалификационном раунде. Однако в дисциплине Реддлер 3 все далеко не так отлично, как в КВ. Уже прошло две квалификации, и мы не видим ни одного русскоязычного игрока в сетке турнира. И неужели третий ледерный сезон по Реддлер 3 останется без игрока из нашего сообщества? Мы постараемся этого не допустить, мы будем играть и постараемся пробиться в сетку. Да, это действительно грустно, однако не все еще потеряно. Как минимум меньше недели осталось до конца третьего квалификационного раунда. Шансы еще есть. Играйте и выигрывайте. А мы переходим к другим новостям. Вы помните, не так давно игрок Unleashed.ua выиграл два турнира подряд по КВ на сайте GameRattlers.org. Совсем недавно прошел третий турнир из этой серии, но здесь Unleashed.ua не хватило всего двух побед, чтобы получить еще раз чемпионский титул. В этот раз его опередил Бен Ладен, который получает символический приз в $13.37 и статус лид игрока. Между прочим, вот финала Unleashed.ua и Ukraine Star вы можете посмотреть в вводе в конце передачи. Между прочим, Бен Ладен создал собственный канал на livestream.com, это прямые трансляции, и вы можете посмотреть их в любое время. Там присутствует и живая запись, и записи предыдущих игр. Я надеюсь, что эту инициативу подхватят остальные наши игроки, и вы сможете лицезреть этот канал каждый день. За подробностями следите на cncrusha.ru, там же будут анонсированы точные даты подкастов и трансляций. А тем временем Electronic Arts наконец-то объявляет о следующей игре CNC-серии, Тибериумной серии, это CNC-4. Геймплей новой CNC будет ориентирован на командные действия. Также разработчики решили отойти от привычной схемы MCV и сбора харвестерами ресурсов и заменят все это дело огромными ходячими базами-краулерами. Действительно, игра выйдет осенью или весной 2010 года. Поживем, увидим. Посмотрим, что из этого выйдет. А у меня для вас новости по ledercincirasha.ru. Ledercincirasha.ru скоро переедет на Cincirasha. Сейчас он располагается на сайте retribors.com, и он представлен только в дисциплине Redler 3 1 на 1. Сейчас Ledler 30 игроков, и мы надеемся, что это число увеличится намного после того, как при переезде на Cincirasha мы расширимся до ледера 2 на 2 и Кензрэф 1 на 1 и 2 на 2. Что представляет из себя ледер Cincirasha? Это простой ледер. Вы записываетесь через меня в этот ледер и играете автоматчи в Red Alert 3. По достижению каких-то побед, поражений, это все уходит в статистику автоматически. Не нужно ничего заполнять, не нужно никаких долгих ожиданий и писанины. Вы просто играете. Играете, побеждаете или проигрываете. Все это придет в статистику, и на этом будет рассчитана табличка и ваша позиция в ледере. Играйте и побеждайте. А у нас в прайм-тайме новая рубрика «От сообщества». Если у вас есть какой-то полезный креативный материал, присылайте его нам, и, скорее всего, мы покажем его в одном из следующих выпусков. А сегодня у нас материал от Мистера Совета. И последняя новость от меня. Вы когда-нибудь задумывались, чего действительно не хватает нашему сообществу, Cincirasha? Я считаю, что это шоу-матчи и турниры. И я решил поправить эту ситуацию. И скоро, уже в ближайшем выпуске NTO Prime Time, мы для вас готовим анонс нового шоу-матча. Не буду раскрывать пока всех карт, однако этот шоу-матч будет рассчитан на 1-1
игру. И будет на нескольких платформах представлен. То есть не только Red Alert 3, не только Kings Red. Смотрите следующий Prime Time, и там будут подробности. А мы переносимся в уголок лидера. Say Captain, say и вы в разделе лидера. И с вами, как всегда, я, Дэн Фризер, и я готов для вас рассказать свежие новости клана НТО. Во-первых, хочу поздравить с вступлением в наш клан и в его КВ-подразделение игрока 3DU3. Это известнейший старкрафтер, как в России, так и по миру. Недавно он, кстати, выиграл турнир по Старкрафту, но сейчас он в основном занимается игрой в КВ. Он очень надеется попасть и пройти в финал ледерного сезона в третьей квалификации, чего я ему желаю от души. Также из новостей. 19 июля запланирован внутриклановый турнир НТО, на котором также могут принять участие все желающие. Заявку подавать до субботы, до 19 вечера субботы на ntoclan@mail.ru. Ну и напоследок, мы объявляем о старте тренерской программы НТО. Что это такое? Это программа тренировок. Если вы начинающий игрок и у вас есть желание становиться намного лучше и играть на профессиональном уровне, пишите на ntoclan.mail.ru письмо, в котором указываете ваше имя, возраст, никнейм в интернете, никнейм в игре и примерные контактные данные. Мы с вами свяжемся и, возможно, в будущем, если вы покажете хороший результат, мы примем вас в НТО по вашему желанию. А на этом у меня все. Всем удачи, и мы переходим в медиа-раздел. Всем привет, это медиа-раздел. Совсем недавно Electronic Arts порадовали нас анонсом CNC 4. Выйдет эта игра предположительно в марте-апреле следующего года. А пока я могу вас порадовать парочкой артов и обоин. А тем временем Тони Уоткинс, помимо того, что работает директором Electronic Arts Russia, еще и со своей группой колесит по СНГ и странам Европы, исполняет песни и недавно выпустил свой альбом. Кусочек его песни вы сейчас можете прослушать. Pop star, you wanna be a king, sail around the whole world, see everything. So you wanna drive a fast car, be who you wanna be. Just close your eyes now, close your eyes and dream. Take care. Around you stays the same. Na 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 na. Middle Crisis 2 – идейное продолжение первой части, вышедшее не так давно. Вторая часть обзавелась более улучшенным движком, а точнее от Command Conquer 3. Как и первая часть, действие игры посвящено арабо-израильскому конфликту, так что не удивляйтесь малому количеству фракций. Кстати, о фракциях. В игре их присутствует всего две, но они сильно отличаются друг от друга. Как мы поняли из тематики игры, первая фракция – это Израиль, и она вооружена по последнему слову техники. Их базы легко транспортировать, и они многофункциональны.
но за это придется заплатить кругленькую сумму. Вторая фракция – это террористы. Как и все террористические группировки, не могут похвастаться современной техникой. Они привыкли давить числом и диверсиями, но если мы террористы, то мы обязаны пользоваться русско-советской техникой. Это неофициально говорит террористы. По сравнению с Израилем, они имеют большинство количества техники и зданий, но они дешевле стоимости. И пару слов о графике. Мод использует Visual, как я сказал, Command Compute 3. Так что мод поддерживает высокополигональные юниты. Но смогли разработчики сделать хорошие модели? Да, они смогли. Мод сделан очень профессионально в качестве моделей юнитов, зданий и техники. Но расстраивает то, что всего две фракции, не так много юнитов в общей сумме, что 20. Также обидно, что нет компании, только режим схватки. Но мы надеемся, что в Middle Crisis 3, если она вообще выйдет, больше фракций, как минимум 3, и сюжетная кампания. Вот таков. Качественный мод с хорошим дизайном и проработанными сторонами, но с полным отсутствием сюжета. А если у вас есть выделенный высокоскоростной интернет, то вы сможете сродить с друзьями. Одним словом, рекомендую. А мы снова в студии, чтобы посмотреть лучший реплей этого выпуска. В этом выпуске, как уже говорилось выше, мы представим для вас специальный вот, который буду комментировать я и Troublemaker. Посвящен он турниру Lead на GameReplays.org, в финале которого сошлись Unleashed UA и Ukraine Star. Оба наших игрока, то есть это получился не то финал. Посмотрим турнир, посмотрим игру. Посмотрим. А с вами снова Дэн Фризер, и к нам присоединяется Troublemaker. Сегодня мы в очередной раз покажем вам вот. Здравствуйте, сегодня играют Unleashed UA и... Ukraine Star. Играют они на турнире Lead. Это турнир, где разрешено играть только рандом фракции. Играют за призовой фонд... за символический призовой фонд. Да, символический. Долларов 37 центов. То есть, ага. На Lead призовой фонд. Да. Так, начинает сверху красный нот. Это у нас кто? Это Украина у нас. Это Ukraine Star. Ukraine Star. Внизу, значит, тоже нот. Только я хочу Market поправить. Я поправить, я хочу, да. А, красный за... Market of Kain, да. И синий Black Hand. Black Hand, да. Unleashed UA играет за Black Hand. Вот, Unleashed UA как раз раньше он играл за своих любимых. А? На любимых скринов, да, действительно. Да, на скринов D59 любимых своих. А вот в последнее время он как раз вот и как раз играет за Black Hand. Вот, и сейчас ему повезло. Да. Black Hand. Да. Согласен. Некоторая доля везения есть. Так, ну, игроки захватили по два спайка. Тут идет размен киборгов на профессоров. Они же захватывают центральное здание. Бен уже едет в багги. Если сейчас обследует, он не знает, что задумал Ukraine Star. А Ukraine Star пока, похоже, враж не идет. У него... А, нет. После двух харвестеров вылезает первый байк. Это значит, что скорее 3, может быть, 5 или 7 даже байков будет. Я не знаю, честно говоря. Нет, я не думаю, что у них будет сейчас мотоциклы. А нет, вот сейчас после успешного развития, ну то есть не с самого начала мотоцикла, не когда одна рефа стоит, но много мотоциклов, а вот сначала они ставят две рефы, да, потом начинают у них клепать мотоциклы уже. У них между мотоциклами будет сейчас. Да, умирает баги, между мотоциклами атака, разменивается повреждением. Я так вижу, один мотоцикл умирает, или даже два умирают? Да, размен идет. Unleashed, там, у Unleashed ни один мотоцикл не потерялся, а Украина старого мотоцикла убил. Убит, то есть, получается. Вижу. Вот. И что нужно заметить, конечно, на Decision'е очень опасно нодом играть. Насколько я помню, еще с патча 1.0.1 тут идет развитие быстрое в тех, форсировано байка атаками, короче, и Wind Detonation обязательно будет. Ну, плюс еще Тиберионная фаталистка, да?
И сейчас так же играют, да. Или уже другие какие-то правила пошли? Нет, ну сейчас новые. Да, 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 война идет. Ну так вот, теряет сразу 3-4 байка целых. Да, и... Нет, у них равный, абсолютно равный размен идет. Ну, вот сейчас единственное, что Украин Старт теряет... И байка. Все байки, да, один уходит. Они за 5 байков едут. Вот сейчас думаю, по центру или по кругу, то есть да, сбоку обойти. Вот эту стратегию развития, которую ты описал, ее сейчас никто не использует. То есть персональные игроки не используют ее. И ее только нубы используют, и это легко отбиться от этого. То есть. От Wind Detonation. То есть Wind Detonation вообще не используется сейчас. Нет, Wind Detonation сейчас как раз наоборот любит использовать. Ой, очень но, любит. А почему оба игрока сейчас будут спать? Я вот сейчас не согласен. Сейчас оба игрока спалят байки. Байк. Украинстар начинает спалить ракетчиков. Ну, я вижу, они тоже, но это но, дефенс. Но он, то есть, моя ошибка, он не спамит ракетчиков, а просто не несколько сделал для обороны. Да, ну ты сейчас так видел, все байки Unleashed сейчас умерли. Да. Сделал. Кстати, Unleashed сейчас именно в тех ушел, я так понимаю, сейчас Wind Detonation и будет, кстати. Они оба в техцентр ушли. Украинстар поставил техцентр и Unleashed поставил техцентр. Ну сейчас Вейнами обвиняют. Кстати, заметь, Flame Tank вылез. Да. Интересно, сейчас он замышляет. Black Tank, он лично идет вниз. Он когда начинал за Black Tank играть, он чувствовал. Небольшая атака байков, опять все байки смотрятся. А их всего было 2 штуки, они разведали для того, чтобы Украинстар сейчас как раз... Да, Каталист минус 1, это было глупо, Каталист. Ну, не глупо, но скорее неудачно. А вот, а теперь начинается, смотри. Вот Wind Detonation, я так понимаю, как... Минус 1. Раз, два, три, четыре. Да, согласен. Вот, видишь, 4 харвестера, один еще можно убить байками. Не важно. У Unleashed едет один Харвестер, один Flame Tank, у Бена тут аутпост развернулся. Сейчас будет минус аутпост, минус спайк и минус бункер. Вот. И Ukraine Star останется на одном наполовину использованном поле. Вот после таких потерь в экономике, когда Unleashed снесли сразу сколько? 5 Харвестеров. Да. Ну, это очень сложно. Хотя Бен потратил на это кучу денег. Мне кажется, лучше бы он сначала коснул Вейну, а потом бы просто уже добил то, что не смог сразу убить. Вот, все заминусовалось, как я и говорил. Идет один аватар у Ukraine Star, плюс еще Гиром Трупперы, они, наверное, хотят замедлить. Ой, да. Аватар в это время его убьет. Да. Но вот не вышло у них. Надо было отбегать. Unleashed, смотри, этих убил и флэм танком отступает. Вижу. А Бен в то время протягивает пазл, ладно уж, не успел делать, ну и ладно. Ну, Unleashed сейчас одним флэм танком просто перевыполнил задачу, да еще остался в живых. Получил две лычки, то есть это хорошо. И если сейчас его замаскировать, можно неплохо тех пазл применить, если... ему Украин разрешит, пока я, кстати, стал детектора по сути не вижу. Ну, Unleashed играет за Black Hand BH, а там нет маскировки особо. Согласен, я просто думал, что он играет чуть-чуть перепутал. Ну, тогда нам стоит надеяться на чудо, потому что действительно сейчас Unleashed в тяжелой ситуации. Хотя он сейчас чуть-чуть восстановился, Харвестеров уже 5. Рефу, ну как считаешь, можно одну все-таки продать рефу, если 5 харвестеров? Если 5 харвестеров, можно продать одну рефу. Но почему он лишь этого не делает? Потому что Украинстар же на рефу может сбросить каталистку, да? То есть рефа уже не будет. То есть, когда на десижене, на начальном поле, 2 рефы остается у тебя, лучше одну не продавать, да, чтобы всегда 2 было, если ты против... Я понял. Кстати, там Ukraine Star проезжает с танками поверху. Unleashed... Стреляет ракетчиками. Наверх.
сейчас, я так думаю, Андрюшки здесь вообще ничего нету, поэтому минус 2 Харвестера я просто уверен будет. Тем более, что останки-то грейжены уже. А Андрюшки убивает спайк, тут идет какая-то резня, флейм-танк понимает, что ему уже не скрыться, и решает сжечь баги. На этом заканчивается. Да. Отключают Анлизду, просто ужасно отключают Анлизду. Редимер. Редимер отключает. О, смотри, Анлизд пикрит, он его пытались заэмить, а он его раздавил, но, увы, немножко опоздал. Он убил представителя. Да, если чуть-чуть он рейдер раньше бы заэмил. Да, к сожалению, сейчас да. Редимер, и все. Ой, ну интересно, они еще посражаются. Ой, походу мне. Слушай, последний Харвестер убивает Анвид. А, нет, предпоследний Харвестер убивает на спальне Анвижду. То есть у него один остался? Да, один наверху. И два спайка. Два стелс-танка невозбранно уезжают. Ну тут, похоже, уверенная победа, вполне уверенная у Украин Стара. Ну это же Unleashed, может он нам покажет сегодня что-то интересное. Надеюсь. Что я помню, Unleashed еще не из такого выбирался, но другое дело, что он да. Сейчас играет за нот, тут одним блинком, он, к сожалению, он поставил рефу, чтобы Unleashed пришел на нижний экспан, посмотри, и ставит реф. Да. И тут один байк едет как раз. Ну правда, байк сейчас умрет. Нет. Их там будет несколько. Он ставит рефу и отключает от энергии. А, нет. Просто есть такая фишка, отключите это от энергии, чтобы... Я знаю, конечно. Отключается от энергии, и Харвестер не выходит. Верхнее поле никто не берет. Сейчас... Сейчас это пока не нужно, да. Ручку, одна кнопка, подлёта вторая, минус один, минус два, минус три. А Украина старым на мотоцикл поставил апгрейд уже, да? Да, он давно, он же еще когда стелс-танки приезжали, уже поставил. Тут замечу на 2 аватара больше, а Фурифир еще и слабее, насколько я помню. Немного слабее, но неприятно. Тут стелс-танки убивает еще Харвестер, но стелс-танки не и остается один у него. Да. Да, все два Харвестера. То есть на поле начальном один. И на экспанде счет. А тут где Харвестеры все? Они что, вниз? Да, вниз уехали. 8 Харвестеров я вижу. Да. Нет, даже... Да, 8 Харвестеров. То есть... Что в чем? Сейчас Украин может попробовать переспамить. Хотя денег... Да, денег у него есть, но он уверен качается, а может попробовать переспамить. Но смотри-ка, тут что-то происходит. Ты имеешь в виду... Не, Украин Стар может попробовать переспамить, но у него уже не активировано, ему проще уже спамить. Смотри, оба игрока одновременно тиражат ярость и начинают друг друга убивать. Украин теряет один Стар, а в то же время уже появляется более артиллерия. Короче, можно попробовать переспавить, но будет сложновато. Рейси сейчас будет перегружаться долго в это время. Вот, Алиш захватывает аватар. Захватывает. Это очень хорошо, сейчас по тяжелой технике они сравнялись. Конечно, ой, У Украины Стар, конечно, артиллерия есть еще, и он ставит обелиск, конечно. Тут данный что уже ничего не сделать. Да, я так думаю. Да. И успевает Редимер уйти. Да, действительно. Спасает Эпик Анлит на красном здоровье. Он Эпик виден, поэтому все его можно. Уход. Ну тут, по крайней мере, я вижу, что... Украин Стар показывает просто уверенную игру.
очень сильно. Они играл за мод недавно, но поиграл, то есть они сказали, что Не, но он раньше играл за Black Hand, так, я думаю, одна из любимых фракций его, но просто если Black Hand играет против против фракции Марка Павлин, то тут у Black Hand шансов практически нет никаких. Пехота есть только в начале заспаем, потому что на антипехотку у МОК же есть апгрейд на антипехотку. И уже пехота Black Hand ничего сделать не может. Согласен. Вот тут с вами прощается. А, ты смотри, один пулитер наверху. Он выжег уже две рефы. Сейчас зажжет всю энергию и анлиш. Нет, стоп. Выключает. Пулитер выключает анлишду. И у него еще возможно успеет. Нет, он должен убить еще одну минимализацию, но это посмотрите. Он обходит ее, чтобы не выстрелить. Да, сейчас он уничтожит последнюю инстанцию и умрет на этом. Он уничтожает Замечательный ход. Он не успел сжечь только наверху техцентр. Теперь Амиш, по идее, может постараться заставить пехоты. Это будет тяжело, но шанс какой-то появляется, по крайней мере. Он лишь делает MCV и уходит вверх, да? Да, он лишь выползает MCV, а его Redeemer идет на базу. Его оппонент. Украинец Старков правильный ход делает. У него один артиллерийский расчет стреляет. То есть у него артиллерия стреляет по пехоте, а еще один давит. То есть не дает ни подойти, ни прицелиться, ничего. Да, уходит один вниз, уходит наверх. Пехота начинает бой. Бурифайеры не успел захватить. Или не захватить подвязку. Так, тут... Ну и у него, мне кажется, энергии у Бен Ладена нет, ему бы энергию установить. И у него теперь ума нет, самое главное. Так нет, теперь он у него есть. Обрати, посмотри вниз, внимание, на тот экспан, который он лишь. А, действительно. Сейчас он будет пытаться его скавать, но тоже для этого надо время, потому что он будет долго ехать. Он видит, сейчас тоже проблема. Так, смотри, давит. Молодец, Бен замечательно работает так умеет. И дарит, он стреляет одновременно. Дальше артиллерия теряется, но если эта пехота хорошо начала стрелять, я считаю, артиллерия будет больше. Он лишь пытается работать редимером, но посмотри, что делает он. Да, на базе опять-таки редимер слушаем, забивает все. Да, он успеет убить МС, я думаю. А то есть он все по легко обойти уже? Ну молодец. Ему уже стреляют. Его опять-таки выключают, ты прав, наверное, шансов чуть-чуть маловато. Без стелса и Б нормального. Тоже проблема, то, что он лишь ее успевает. Не успеет убить МСВ. Да. Посмотри, как его просто закидали МПшками. Да. Еще вот баг, то, что он не идет, но он на самом деле не идет. Ну, что знаю, он мог зашить, и он мог даже чем снизить. Посмотри, ему убили. У МСВ чуть-чуть жизни осталось. Ты смотри, убили завод, но если бы он лишь дожег, все. ГГ, он бы выиграл. ГГ? Ты думаешь? У Украины старые еще два... На казарму он бы не смог отбиться. Два аватара? Нет, понимаешь, нет, артиллерия, если время одна казарма, то вся эта артиллерия, она в любом случае легла, я не знаю, к чему-нибудь. Хотя он лишь тут, ну, тоже вопрос вообще странный. Вот, ты смотри, а тут у Бена притаился один стелс-танк. Он не трогает МСВ, не трогает Харвестер. Ну да, по идее, я не знаю. Это такая, может быть, такая, как сказать, разведка? Разведывает он? Ну, сейчас. Ну, я так понимаю, он просто дает нам лишь до время. Такая манерная игра сейчас идет. А еще заметь, что происходит у нас. Unleashed еще мог бы, если побил МСВ, он бы мог все сжечь этим огнеметом. То есть пока к нему пришла бета-армия, он бы мог построить огнемет, свернуться базой, прикатиться куда-нибудь в уголок.
Но Украинстар уже допустил такую одну ошибку несколько раз за эту игру, так что я думаю, то еще бы один раз он бы не допустил. Ну, согласен, возможно, на третий раз он бы это. Ну, тоже как бы с огнем ошибка достаточно жесткая. Я как-то в 1.02 заходил, играл с одним русским топ-100 игроком, не из Винтова. А вот он меня выиграл вот реально именно из-за пурифайров, то есть я его уже задавил, а и тут мне приходит 3 огнемета и сжигают базу. Ребят, вот то, что бьет. Огнеметы это против... Он делал на них апгрейд? Да, делал апгрейд, и за это он меня и проиграл. Так, смотри, сейчас он теряет последнюю метку, один тарифов пока остается. Вряд ли 3000 у меня сейчас будут, но посмотрим. Сейчас они сразу, похоже, потеряют базу. И папорка минус казарма, минус пехота. Да, и это уже ГГ. Да. Возможно. Вот про 3 единицы еще не давит технику. Просто дают по аватару, но это КВ. На чем, похоже, мы прощаемся сегодня, вы видели русский финал. А ты подожди, посмотри. Посмотри, как-то реплей у нас еще не закончен идет. OneLeaf тут есть такая. Да, ты смотри, прикольно, но как бы тут что? Где OneLeaf-то? Данится. Я не вижу. Данится в самом верху. Посмотри. В самом верху. В самом верху. Я вижу, что Prefire отжигает там. В самом верху влево. А. Вверху влево. Вижу, ты смотри, ну вообще. А вот пост у него стоит там один. Я вижу, 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 ты смотри. Эх, я же говорил, что вот если бы он сейчас убил МСИ, он бы вот эти мог сжечь. И он сжигает, но, к сожалению, МСИ не успевает убить. Вот. Не повезло. И... ну что, успеет? Поборется или нет? Поборется, но, к сожалению, умрет смерти храбрый. Хорифер, да. И умирает. Редимер Украинстар убивает аутпост Анлиста. Последний на этом да. Мы прощаемся с вами, точнее прощается Траблмейкер. Да. Мы с вами еще встретимся в рубрике «Вопросы-ответы». С вами был Дэн Фризер, Траблмейкер. Удачи. Пока. И как всегда, в заключительной части Into Prime Time для вас работает рубрика «Вопросы и ответы». Вы задаете вопросы, и мы на них отвечаем. Итак, Хостайл спрашивает, как по-вашему, правильно ли, что баланс в играх диктуется не здравым смыслом, а рейтинговыми игроками? Ну, Хостайл, понимаешь, сложно найти здравый смысл в игре, где бегают бронированные медведи. А вообще, если честно, то онлайн держится именно на рейтинговых игроках, и поэтому все для них. Но... насколько я знаю, в КВ ТВ и Red Alert 3 изменения патчи не влияют на компании, поэтому игроки продолжают играть в своей стихии, а онлайнеры в своей. Итак, еще Хостайл спрашивает, есть ли в составе нашего клана девушки, а если нет, то как мы относимся к принятию в клан игроков противоположного пола и, возможно, им на основе слабости их пола поблажки, или все-таки уровень у всех должен быть одинаковым? А, Хостайл, понимаешь, у нас сейчас нету девушек, действительно. Если девушки появятся, то мы, конечно, их примем в клан, мы можем принять любого человека в клан, если у него есть какие-то задатки и желание совершенствоваться, воля к победе и, ну, некоторые другие качества, которые могут показать нам, что перед нами потенциально отличный игрок. Да, и киберспорт все-таки не какой-то контактный физический спорт, он не основан на физических нагрузках, и здесь нет такого различия между женщинами и мужчинами, какое может быть заметно в беге или в футболе. Поэтому женщины вполне себе могут играть наравне с мужчинами, единственное, какое можно для них сделать исключение, это при большом количестве женщин делать для них отдельные турниры и отдельные лиги, как существует в, например, Counter-Strike и других играх. Итак, отвлечемся от женщин. Касса 001 спрашивает, какое кино, по нашему мнению, является фильмом лета. Ну, из посмотренного, наверное, Терминатор 4, а вот из будущего,
Да, замечательный фильм «Безжалостный ублюдок». Да, Тарантино снова нас, я надеюсь, порадует потрясающим фильмом. В котором теперь будет даже кто играть? Брэд Питт. Брэд Питт, это круто. Дальше Дарт Малак спрашивает, в какие игры мы играем в повседневной жизни, кроме Red Alert 3, ТВ, КВ и НФС. Ну, надо сказать, что в повседневной жизни мы особенно одним именно играм не уделяем время. Ну, вот единственное, что Протасов играет в Кузар, это не киберспортивная, точнее, это не киберигра, это игра живая. Да. Да. Я подзабил на игры, не знаю почему. Может быть, надоело, может быть, это совершенно не мое. А может быть, еще вернешься? Все да, посмотрим. Значит, и напоследок практически все, кого мы знаем, то есть Мистер Совет, Мау, Касса 01 и другие, очень заинтересованы в нашем мнении о Старкрафте 2, CNC, что будет делать наш клан в этом случае, борьба CNC 4 против СК 2 и вообще как это повлияет на киберспорт. В общем, киберспорт в ближайшие 5 лет. Что же касается судьбы клана, я считаю, что для нас это перспективное мейнстримное направление, это будет StarCraft 2. Однако покидать столь полюбившуюся нам вселенную CNC мы не собираемся. Как известно, StarCraft 2 запланирован где-то на полгода раньше, чем CNC 4, поэтому у нас будет время прийти, поиграть в StarCraft 2, освоиться там, возможно даже что-то выиграть. А после чего выйдет CNC 4, которая еще тоже какое-то время будет утрясываться и так далее. Надеемся, нас не подведут разработчики, что StarCraft 2, что CNC 4. Игры вряд ли, я думаю, получатся конкурентами, поскольку в CNC 4 нам обещают новый геймплей. Командный. Да и вообще, игры достаточно разноплановые. Ну, посмотрим, все может быть. Между прочим, я разговаривал с некоторыми старкрафтерами, вот, например, U3. Вот все считают, что CNC достаточно интересная дисциплина, особенно KingsRF, но Runar 3 далеко не всем по вкусу, поэтому будем говорить о КВ. КВ достаточно всем малоизвестная дисциплина, но многие старкрафтеры, в нее поигравшие, она им полюбилась, понравилась, некоторые, вот как Notfor и 3D U3, даже стали серьезно играть в них. Ну что ж, а на этом все. Надеемся, что следующий выпуск выйдет не через полгода, а как можно раньше. Да, пожелаем всем удачи, себе тоже. Следите за будущими анонсами новых выпусков NTO Prime Time. Следите за CNC и прочими играми. И удачи вам в виртуальных сражениях. Всем пока.